И тут у нас сколько? 26 лайков, серьезно? Да тут две бутылки дадут 26 лайков. Смотри, смотри, мы сразу же прорываемся на следующий уровень, то есть на четвертый. Давай, погнали. Привет, привет, привет! С вами Вергай, и мы продолжаем прохождение Price and Boss VR. Так, собственно говоря, на чем мы с тобой остановились в прошлой серии? Давай сейчас быстренько откроем все ящики и посмотрим. Во-первых, у меня куча ткани. Во-вторых, у меня здесь две бутылки и табачелло для них. Это, судя по всему, для кальянчика. Поскольку они здесь находятся, вот в этом ящике, значит, это что-то для задания. А в целом больше делать нечего. Максимум мы сможем сделать с тобой сок. Ну, либо настойку. Плюс ко всему свернуть несколько канатов. И огромная куча денег. Да, у нас с тобой огромная куча денег после предыдущей серии. Поэтому сейчас, вот в этой серии, мы с тобой будем поднимать и получать лайки. Поднимать репутацию. Чем больше лайков сможем заработать, тем лучше. Поэтому я сейчас быстро перематываю на ночь. Так, тут сразу же наполняю пару бутылок. Положу их туда пока. Почему бы, собственно говоря, и нет. Ну-ка, давай, наполняйся. Давай, наполняйся. Давай, наполнялся раз, наполняйся два. Так, быстренько табачелло. А, или потрясти надо. Не, по-моему, табачелло сначала, правильно? Все позабывал. С этим сталкером все позабывал. Так, одна бутылка готовится. Дай быстрей. Дай быстрей. Оп, хорош. Так, один кальянчик есть. Вторая бутылочка. Там охранники еще не идут. И нет, охранников еще нет. Быстренько натряхиваем вторую бутылочку. И в целом готово. В целом готово, отлично, великолепно. Теперь быстренько разбираемся с тканью. Как ее тут крутить, я забыл уже. Вот так, по-моему. Вам просто крутить надо, да? Да. Все быстренько, аккуратненько делаем. Вон он, охранник пошел. А, это наш. Это наша с тобой картоха уже всем знает. Как это крутить-то идти? Картоха знаменитая, знакомая. Он абсолютно безвреден. Он просто ходит, иногда ворчит чего-то и наоборот пытается нас с тобой защитить, как сколько я помню. Никогда еще нас не палил. Как это крутить-то? Давай, крутись нормально. Так, подожди, готовую веревку я, пожалуй, сразу уберу вот сюда. Поскольку денег куча, мы даже с тобой не будем, наверное, заморачиваться по поводу того, чтобы их получать в этой серии. Будем все, абсолютно все тратить именно на лайки, на респект. Так, подожди-ка. Ну, на всякий случай, ради приличия. Ради приличия вот так все закрою. Смотри, все чисто, пусто. Он даже не поворачивается, он даже голову не повернул. А вон там идет уже какой-то новый охранник. Так, продолжаем делать веревку, где-то у нас не закончена. А где незаконченная веревка? Эй, а где незаконченная веревка, куда она делась-то? Ладненько, возможно, она просто пропала. Она просто взяла и пропала из нашего вида. Хорошо, ладно, это не страшно. Смотри, мы доделаем с тобой вторую веревку. Так, ее вот так вот сразу же уберем вот сюда. Или вот это была незаконченная веревка, а закончена у нас уже в этом шкафчике. Конечно же, конечно же. Надо быстро сейчас переложить, пока никто не видит. Смотри, хоп, хоп, вот сюда суйся. Отлично. Еще не идет? Я вон тут, смотри. Видишь, вот это вот небольшое место, я по нему смотрю, нет ли там охранников. Он вроде как стучит, а вроде как его и нету. То есть тоже непонятно. Он вот там где-то ходит. Возможно, он в целом не хочет доходить до нашей камеры, потому что ему вот тот сказал, не суйся туда, там вот человек крафтит. Занимается делами, а мы с тобой потом что курить будем? Ни самокруток, ничего не останется, если не он. Если не мы с тобой, тут, собственно говоря, и делать будет нечего. Так, вижу фонарик. Ой, ой, как близко, ой, как близко. Вот этом я еще не знаю, это я тебе еще не доверяю. Кстати говоря, судя по всему, описание игры намекает нам на то, что это не картошка, а то, что это яйца, ты представляешь? Какие яйца? Какие яйца? Это картошка. Это 100% картошка. Не может быть, что это яйца. Поэтому нас с тобой коварно просто обманывают. И буду я до конца верить, что это картошка, не какие-то все-таки не яйца. Ресурсы закончились. Давай перематываем с тобой на день. Смотрим, что у нас с тобой остается сегодня по заданиям. Причем таким крутым заданиям. Посмотрим, сколько... О, получено достижение. Что-то там про 30 дней, наверное. Мы, наверное, 30 дней с тобой уже находимся в этой камере. Может быть такое? В целом, может быть, либо 30 дней на все вместе. Где друган наш? Друган? Не понял. Не понял, а где друган? Куда друган делся? Друган-то в шкафу? Нет. Тимми тут тусит. А где друган-то? Я не очень понял. Он идет? Его не выпустили? Его реально не выпустили? Перейти ко дню. Не понял. Алло, мы с тобой только что игру сломали, судя по всему. Он не переходит ко дню. Давай еще раз нажмем. Написано перейти ко дню.
Давай перейдем ко дню. Вот, суббота. А что это было? Это игра, походу, забаговалась. Где Друган? Друган, здорово, ты че не приходил? Я тебя ждал, ты не пришел, представляешь? Так, смотрим, что у нас по заданию. Во-первых, сразу опускаемся на высокоуровневые здания. Здесь нужен, это что, алкоголь? Алкоголь. И 4 письма эротических. Эротических написано, 4 эротических письма. Наши с тобой мемуары. Так, тут у нас что? 2 кальяна, 2 веревки? Да, серьезно? Давай, смотри. Раз. Я не то продал, это был сок. Подожди, верни мне сок. Верни сок, срочно верни, отлично. С ним разберем чуть-чуть попозже. Давай сначала мы с тобой сбагрим ему раз канат. Какой готовый из них? Все 3 готовых, да? 2 канат, отлично. И 2 кальянчика. Странный очень кальян на самом деле. Так, раз, два. И мы можем выполнить это задание. Нам дадут целых 2 бутылки и 15. 15 лайков, ты вздумай, куча подарков сейчас появится. Смотри, раз, два. Куча подарков появилось 3. Отлично. 4? Почему 4-то? Обычно по 8 дают. Ну ладно, давай вскрывать, смотреть. Так, первое это у нас... Что это? Теперь доступно и ящик. Вот такой ящик? А зачем он нужен? Пока меня все устраивает, никаких ящиков. Это у нас с тобой. Доступна полка с ящиками. Ну, тоже не очень надо, не очень удобно этой штукой на самом деле пользоваться. Доступно больше бутылок в магазине, это превосходно. Больше бутылок, больше алкоголя, можем с тобой сделать, следовательно, больше прибыли. Так, удержите подарок, так, удерживаем, открываем, доступно больше яблока. И все? Пацаны, это кидалово какое-то, что здесь происходит? Я столько репутации уже получил, целых 15 лайков за эту миссию, а мне дали, да ничего практически мне не дали. Это как нечестно. Так, бутылок с алкоголем у меня нету, нужна 1. 4 записки. Карандаш, смотри, карандаш у нас. О, 2 бутылки. Кстати говоря, 2 бутылки, дай-ка сюда положим. Смотри, раз. Два. Отлично. Плюс готовый сок. Давай посмотрим, нужен ли он по заданиям с лайками. Это опять алкоголь, это. А не нужно. Давай просто продадим, смотри. Пау! И продано. Прекрасно. Возможно, я в предыдущей серии оставлял яблоки специально до того момента, когда у нас появятся бутылки, но это не точно, это не факт. Смотри, посмотрим, что можем с тобой сделать на этот раз. Во-первых, лезем в торговлю. А, тут мы скупаем сразу все бутылки. Все 5 бутылок и все 5 яблок. 5 же, да, 5 яблок. То есть получается это 5... А, давай... Да, 5 бутылок с алкоголем, правильно? Еще останется 2 пустые бутылки. Эта веревка нормальная? Сейчас попробую, просто попробую продать. Нет! Куда ты улетел-то? Ты где? Ты угнал у меня веревку? Друган, ты... А, вот она. Вот же она. Короче, давай это мы с тобой покупаем 72 доллара еще. 72 доллара еще, хочешь, жадный какой? 72, хорошо, ладно. Столько у нас картоха баксов в принципе есть. Дай попробуем прям отнести. Ну-ка, секундочку, иди. Оп, вот так вот, смотри. Ай, упала. Я хотел попробовать взять сразу целую кучу, еще 24. 24, ну, у меня нету мелочи, извини, четверки, поэтому дашь мне сдачу. Понял? Подожди, где он там? А вот там не видно. Но он наш другаль, он нас никогда не кидает. Смотри, торговля. Сразу... А, куда полетел? Все, закройся. Это, по-моему, самый быстрый способ того, чтобы не вылезло и не выпало из ящика все наше... С тобой нажитое имущество. Так, смотри, аккуратно берем бутылки, тихо распределяем их. Положим, наверное, их сначала вот сюда. Так будет намного быстрее. Так реально будет намного быстрее, причем я их положу, смотри, вот такой полоской, чтобы можно было закрыть ящик. А сюда мы будем с тобой класть уже готовые. Поэтому у нас будут еще 3 бутылочки здесь. 2, напомните, 2 лишние у нас. О, моя денежка. Ящик, ты что? Моя денежка, это хорошо. Так, яблоки мы с тобой можем... В принципе, могли с тобой положить их в стол. Но нужно ли нам так это или не нужно, это уже другой вопрос. Смотри, возвращаемся к квестам. Быстренько. Задание. Вниз. Самые крутые задания. Это у нас 4 любовных записки. Берем торговлю. Будем поочередно все делать. Раз, два, три, 4. 16 бачей. Хорошо, ладно. Раз тебе. 6 и вот 10. Как раз 16 выходит. Отлично, торговля. Так. Главное их брать очень аккуратно, потому что они рвутся. Они нереально сильные и быстро... Не падать. Сильные и быстро рвутся, особенно если двумя руками брать, то это сразу же становится бумажка для самокруток. А пока... Покамесь они не нужны. Кстати говоря, попробуем с тобой. Знаешь, что провернуть? Я тебе сейчас расскажу. Сейчас ночь начнется, я тебе расскажу. Окей. Возвращаемся к заданиям. Еще разок.
тут у нас с тобой что дальше? Так, ревард награды не надо. Эту мы с тобой сейчас сделаем. И здесь две бутылки с алкоголем и две веревки. Хорошо, смотри, раз две веревки, у нас с тобой одна готова. То есть нам нужно всего с тобой три ткани на одну веревку и... Как продано, нам не хватит одной веревки, ты представляешь? Одной ткани не хватит, чтобы сделать веревки. Ладно, ничего страшного, не понял. Чтобы добавить ящик в корзину, схвати... Какой ящик? А у нас нет рецепта с ящиком. А что за ящик? Да купим ящик. Давай купим ящик, посмотрим, почему бы нет. Я думал, этот ящик нужен для того, чтобы использовать какие-нибудь... Ну, типа из серии шкафа. Используй как шкаф. Вот шкаф, только ящик ты в него положил, как бы и все хорошо, все прекрасно. Оказывается, это какой-то рецепт для крафта. А где ящик? Вот ящик, смотри, ящик. Действительно ящик. Ящик с дыркой, вон, маленький ящик, ящик в ящике. О, не, подожди. Торговля, верни обратно. Я его только что купил за 8 и продал за 8. В принципе, все честно. Не знаю, зачем мне ящик, поскольку как только у нас с тобой появится рецепт для крафта с использованием ящика, обязательно попробуем. Но сейчас у меня его в принципе нету. Ну нет его и все, ты посмотри. Ладно, хорошо, окей, возвращаемся. Все, тогда получается мы... Ой, я его отправил, да? Ну иди, ладно, уж ничего такого. Делаем веревку, делаем кучу бутылок с алкашкой. Как раз таки... А, и остается подождать. А в следующую ночь мы с тобой сможем сделать вторую... Куда ты? Вторую веревку. И как раз будет к этому времени готов весь наш алкоголь. Алкоголь, который мы заготовили, все будет, эта алкашка вся уже готова. Ух, эти... Куда ты? Куда-то упал, не падай. Ух, эти тюремные алкаши, ух, я не могу. Ну ладно, собственно говоря, они нам поднимают денежки. Почему бы и нет? Почему бы и не воспользоваться? Тем более, они поднимают очень круто. За одну бутылку прям нереальное количество денег выдается. Пока, мне кажется, это самый лучший крафт вообще, ну, в целом в этой камере. Дальше, когда мы перейдем в следующую тюрягу, там по-любому должны что-то измениться. Должны добавить новые ингредиенты. Так, бутылки. Сразу же берем все эти бутылки, сразу же их используем. Сразу же, ну, наливайся. Наливаем одновременно. Тем более времени, по идее, должно хватить, чтобы сделать их практически все. У нас с тобой должно быть 5 бутылок, правильно? 4 берем отсюда и одну берем из другого шкафа. Как раз таки будет 4 плюс 1, сколько? Вот именно, что будет 5. Хорошо, так, выкладываем. Бежит, ты посмотри. А это опять тот с бородкой. С бородкой я тебя запомнил, понимаешь? Запомнил я тебя. Одной рукой наливаю, второй буду аккуратно пока раскладывать. Ну, аккуратно, я сказал, раскладывать яблоки. Налилась? Все, отлично. Как он бежит быстро? Он нереально быстро бежит. Не знаю, возможно, мне стоит заранее пару бутылочек и заныкать. Так, яблочко, аккуратно, иди сюда. О, как-то прям стремительно бежит. Стремительно и очень быстро. Будем за ним смотреть. Сделать коктейль и следить одновременно. Так, хорошо, две бутылки есть. Две бутылки, это превосходно. Еще одна. Еще вторая. Тихо. Ты что, меня палишь бутылкой? Бутылки, не завязывай так делать, понятно? Если ты спалишь, тебя заберут, а ты еще даже не готов. Представляешь, что бы мы с тобой потом делали? Какой он неожиданный был! Он был нереально неожиданный. Я даже не увидел, как он подкрался. Таком увидели, таком без усиков. Смотри, 5 бутылок делается, одна веревочка. А теперь что хотел сделать? Попробуем уже в шкафу прям закрафтить. Куда ты? Вот уехал-то, стой. Также читерим, чуть-чуть читерим, нажимаем прям сильно. И по идее должно быть готово. Да, все готовы? Нет, еще не все. Нас тогда же спалить, по идее, не могут, правильно? Мы просто берем и делаем все в ящике. Да, дай карандаш. Нереально круто. Надо... Тихо. Какие они стремительные. Какой маленький. Стой. Ты такой маленький, усатый. Ах, не успел тебя на превьюху, наверное, взять. А может, успел. Ладно, посмотрим. Так, хорошо. Очень быстро начали бегать. Проверяем, все ли листовки у нас с тобой готовы. Точно готовы? Будем всех по одной проверять. Я не доверяю. Я до сих пор не доверяю этому способу, не знаю почему. Видишь? Смотри. Последняя не прорисовалась. То есть работает это максимум на 3. На 4 работает уже плохо. Давай дорисовывай уже вот так прям. Эти. Отлично. Опять-таки волосатый мужик. Волосатый мужик в душе, это хорошо. Аккуратно вот так. Не теряем ничего, не падает. Бегает кто-то. А, он убегает. По звуку? Сохранение. По звуку он как будто вот здесь пытался уже пройти, а он на самом деле только там, далеко, в камере где-то. Ладно, ждем другалька. Другалек, идешь? Почему у меня осталось две бутылки? А, да, две бутылки. 5 готово, 2 осталось, отлично. Здорово, тынь.
Сколько у нас по деньгам осталось? Как-то очень много мы с тобой потратили в этой серии на бутылки, на яблоки, на листовки. Хотя в целом еще полшкафа. Пол шкафа денег осталось. Ладно, хорошо. Смотрим, что у нас по зданию. По зданию мы, в принципе, ничего не можем сдать, потому что здесь нужны бутылки именно с алкашкой. Они еще не готовы. Плюс, ё-моё, можно было сделать еще одно любовное письмо и к нему сделать парочку самокруток. А мы, собственно говоря, мы этим и займемся в эту ночь. Отлично. Так и сделаем. Смотри, это я аккуратненько пока вот сюда все перекину. Правильно? Правильно. Вот так, аккуратно, аккуратно, я сказал. Не нервничай, не дергайся. Бумага, не нервничай. Понятно так? Не разорвись. Поймал. Видел, как я в воздухе поймал? Прям ух, реакция, ух, реакция. Так, тихо, аккуратно. Оп, перекинул. Отлично. На самом деле, очень не нравится нагинаться. Там как-то низко, неудобно. Хорошо. То есть, теперь мы в следующую ночь, то есть после вот этой вот ночи, сможем сделать аж 3 задания и получить нереально огромное количество лайков. Окей, хорошо, попробуем. Попробуем. То есть нужно 2 самокрутки. Это получается 2 табака и 2 листовки. Мы берем 2 листовки, потому что они рвутся. Плюс еще одну на записку. Плюс 2 табака. 12 бачей требуется. $12! Ты что? Откуда в тюряге такие деньги? $12 жалко ему отдавать. Ну ладно, что поделать. Получим мы еще больше. Смотри, торговля. Так, тихо, все высыпалось. Ну, как обычно. Как обычно все высыпалось. Так, раз, листовочка. Табачела. Табачела, наверное, здесь полежит пока. Полежу вот здесь. Вторая листовочка. Запомни, одна записка, вторая для самокруток. И денежка, денежка, возвращайся пока обратно. Хорошо. Хорошо, отлично, прям превосходно. Что нам еще не хватало? Это одна ткань, это 100%, потому что вот эта веревка не готова. Так, иди-ка сюда. Сколько стоит? 10? 10 на 10. Прям отлично, прекрасно. Хорошо, это тоже остается тут. Вспоминаем по зданию, что еще нужно. По идее, все. Смотри, это мы с тобой сейчас сделаем. А, или не сделаем. Веревки не нужны? Да, 2 веревки. А, не, подожди. Не туда посмотрел. Знаешь, посмотрел вот на правую сторону, надо было на левую смотреть. 2 самокрутки сделаем. Сделаем одну записку. Отлично. 2 бутылки самогона есть, 2 веревки будет. 1 бутылка самогона и 4 записки. Вроде как всего хватает, правильно? И плюс ко всему, сразу же купим все, что здесь есть из бутылок и все, что здесь есть из яблок. $82! Ладно, не страшно. Ладно, не страшно, мы с тобой богатые, мы с тобой уже насобирали огромную кучу денег в предыдущей серии, поэтому не страшно. Сейчас будет очень весело, если не хватит, но нам с тобой хватит. За целую серию. Ты посмотри, как опустил мой ящик с деньгами. Отвратительно. А мы с тобой столько старались, чтобы его получить. Ну ничего страшного, мы все это с них отобьем. Так, вот здесь обратно. Я на самом деле... Тут пуст, да? Пуст, да. Очень сильно рад, что мы с тобой поставили отдельный ящик с деньгами, потому что он очень сильно помогает. Они нигде не теряются, они лежат в одном месте. Это удобно, это реально очень удобно. Так, торговля. Тихо, аккуратно закройся. Да-да-да-да-да, я понимаю, аккуратно, тихо. Не вываливайся, я тебе сказал, не вываливайся. Ты что вываливаешься? Я тебе говорю, не вываливайся, ты вываливаешься. Сразу распределим, чтобы это все было намного удобнее лежало. Потом... Что там, бла-бла-бла? Он кричит уже на меня, говорит, давай завязывай уже быстрее все это делай. Я понял, сейчас все сделаю. Или другая к нему пришел, да? Да, сколько у вас собралось тут уже? Картошка, груши. Смотри, смотри, ты меня. Стоит, смотри, говорит, давай быстрее уже. Хорошо, тут прям целое собрание собралось. Тихо, ах, пойдешь на превьюху? Ты не знал, пойдет на превьюху? Пацаны, товарищи, господа картошки, пойдет на превьюшку? Ну ладно, разберемся. Возможно, поймаем какого-нибудь охранника с усиком, это будет прикольно. Его вроде как еще не было на превьюхе. Смотри, теперь в быстром темпе распределяем это все по нашей площади, которую имеем, то есть по вот этому ящику крафтовому. Карандаш бы, конечно, переместить куда-нибудь. Ну ладно, уж ладно, лежи здесь. Аккуратненько складируем все бутылки. У нас даже, по идее, хватит всех яблок, чтобы заполнить абсолютно все бутылки. То есть, получается, мы и по заданию сдадим, получим огромную кучу лайков, каких-то новых ингредиентов. И плюс ко всему, огромная куча денег, потому что остается еще целых... Сколько? Ну, много остается. Там готовые 6 бутылок. По идее, 6-5 бутылок остается чисто для того, чтобы поднять денежек. Красота? Красота. Главное сейчас не запутаться во время крафта. Так, уйти. Все, давайте, все, расходимся. Кш-кш-кш-кш с камеры. Я сейчас буду творить. Будем крафтить, будем творить, поэтому все кыш-кыш-кыш, не мешайте. Творческая, между прочим, очень творческая профессия крафтить в тюряге. Представляешь? Кто еще этим занимается? Да никто, кроме нас, я так понимаю. Кто-нибудь еще занимался, у нас была бы конкуренция.
у нас бы цены были уже абсолютно другие. А тут оп-оп, и мы единственные производители на всем вот этом Диком Западе. Смотри, поскольку на бутылке уже не хватит места 100% в нормальном шкафу, придется их быстренько пока оставить здесь, полежи. Прям полежи, мне надоело за вами следить, чтобы вы не падали. Будем класть их в нижний ящик, ну на время. Тем более там 2 дня надо, пока они все это сделают, пока не станут из-за обычного сидра в алкоголь. Поэтому уберем их на дальний ящик, а там уже разберемся. Так, смотри, 2 готовы. Сейчас будет еще 2 готовы. Я прям трясу, прям быстро трясу, давай. А, по контроллеру ударил, сам себя по контроллеру ударил. Кто ж так делает, кроме меня? Никто. Я вот делаю зато. Так, наливаем следующие бутылки. Вторая чуть не наливается. Охранник бежит. Он услышал. Он услышал, что тут кто-то что-то делает и побежал разбираться, смотреть. Не помню. По-моему, это не он. По-моему, кто-то другой с самокруткой был за нашу сторону, поэтому вот этому я буду не доверять. Или это... А, нет, это наш. Это наш, смотри, он еле идет. Он специально еле идет. Я тебе прям серьезно говорю. Так, смотри, это быстренько убираем все сюда. Снизу ящик, ящик снизу быстрее. Быстрее снизу ящик, по 2 бутылки прям будем так кидать. Хоп, отлично, отлично, превосходно. Следующие 2 бутылки, хоп, отлично. Закроешься? Ну, в целом закрывается нормально. 2 могут и тут постоять, тоже неплохо. Смотри, вспоминаем о том, то, что нам с тобой нужно сделать 2 самокрутки. Быстро, быстро, очень быстро. Так, насыпайся, табак, раз, табак, раз. Не-не-не-не-не-не. Нет, тихо, табак, табак, табак. Собака, табак. Я тебе говорю, у нас не палит. Я тебе говорю, у нас не палит. Он покосился и серит. Ты что, дурачок? Зачем он так сделал? Еще бы чуть-чуть, и мне пришлось бы. Пришлось бы тебя здесь арестовать. И все, все имущество твое забрать вместе с самокрутками. Тем более, это самокрутки, которые он любит. Фух, успел. Успел, реакции прям нереально. Успел все поднять. Поэтому мы сейчас остались с собой со всеми товарами. Кстати говоря, написали в комментариях, что ни в коем случае, вообще ни в коем случае, нельзя, чтобы они находили деньги. Потому что если они найдут деньги, это все. Они заберут помимо них еще всякие остальные предметы для создания крафта. Ты представляешь? Мало того, что деньги отнимают, так еще отнимают разные предметы. Хорошо, вроде как... Я не успел проверить. Нет, записка! Я забыл одну записку! Ё-моё! Случайно. Случайно нажал. Я потом в самом конце, когда уже нажал, вспомнил, что я забыл. Ну ладно, здорово. Здорово, ладно, давай смотрим, что он по зданию. Сразу же определяем ему 4 бутылки. Раз, два. А, 2, пока обождешься, 4. 4, эх, ты захотел 4. Так, смотрим, что у нас здесь. 3 бутылки ему нужно всего, то есть мы еще 2 отправим на продажу. Плюс 4 записки, это пожалуйста. Это всегда пожалуйста, аккуратненько, 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 аккуратненько. Все рассыпалось, да? Ну, практически все рассыпалось, ладно. Раз, два. Да ты что, 2? 3. И про ноги какие-то вонючие, потные, фу, ноги. Рассказ. Ну, какие нравятся, такие пишем. Хорошо, тут у нас что? 2 веревки, смотри. 1 тебе веревка. И 2 тебе веревка. По идее, 2 задания мы с тобой выполняем. Получаем 13 лайков, 4 яблока. Давай, ну где тут? Хоба! Практически вся шкала. Мы только с тобой в начале серии получили следующий уровень. Сейчас еще один. Так, яблоки дали? Да, дали. Смотри у меня. Смотри у меня, с тобой смотрю. И тут у нас сколько? 26 лайков, серьезно? Да тут 2 бутылки дадут, 26 лайков. Смотри, смотри, мы сразу же прорываемся на следующий уровень, то есть на 4-й. Давай, погнали. Та-дам! Почему 3 подарочка? Рост репутации. Во-первых, забираем это все. 3 подарочка, это очень мало, серьезно. Это очень-очень мало. Теперь доступно большой шкаф. Хорошо, отлично. Мне неудобно нагинаться, серьезно тебе говорю. Так, здесь доступно больше яблока, то есть яблок стал еще больше. Это нечестно, уже было и больше яблок. И доступно больше бутылок. То есть мы сможем с тобой крафтить прям нереально огромное большое количество всяких разных вот таких вот алкашек и получать кучу-кучу денег. Но пора потихоньку уже завязывать на самом деле с этой тюрягой. Надо переходить на следующий этап. Там должно быть потяжелее, поинтереснее, новые рецепты крафта и прочее. Поэтому не будем, мы не будем тут задерживаться, понятно? Но другаль нас, наш по-любому с нами перейдет. Ривакс! Нужно 5 бутылок сока? Серьезно? 5 бутылок? Короче говоря, это наше с тобой последнее задание. И получаем золотого Бобби. Золотого Бобби. Это переход на следующую тюрьму. Так, смотри. Наверное, на этом-то наша серия на сегодня должна уже приближаться к своему финалу логическому. Поэтому возвращаемся. Торговля. Берем
куча яблок. Нет, подожди, мы это сделаем с тобой в этой серии. Мы закончим эту тирагу конкретно в этой серии. Я прям тебе говорю, ну будет чуть побольше серии, ничего страшного. Нужно 5 сока, правильно? Подожди, назад. Торговля. Какая торговля? Какая торговля? Я уже прям нервничать начинаю. Мне интересно, что будет дальше. Ну, смотри, нужно 5 бутылок сока. 5. Запомни, 5. Понял, смотри? Переходим. Торговля. У нас с тобой есть 4 бутылки и еще плюс 2 здесь. Тихо, 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 не падай. Тихо, не падай, все разнес. Все разнес, все упало. Иди сюда. Яблок. Ах, листовочка, ну извини. Ну, записка, ну извини, ну я забыл. Там еще готовится, поэтому все пока сюда уберу. Хорошо. Смотри, яблоки кладем сюда. 10 штук яблок нам с тобой нужно. 10. 4. Ну, дверь, ну ты что? Так, это сюда. Плюс 8, наверное, столько не нужно. Нужно 6 яблок. 2 бутылки есть. Значит, нам с тобой нужно еще 3 бутылки, правильно? 2 бутылки плюс 3. Торговля. И $80, конечно. У меня где-то есть вот такие бутылочки волшебные. Вместо денег примешь? Принял. Еще плюс сверху $29. Великолепно. Закрываем. Закрываем, ждем, иначе все вывалится. Аккуратно. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё, подожди, не падай. Подожди, не падай, я сказал, ну не падай. Так, денежки наши с тобой сразу же кладем в сейф наш денежный. Бутылки. Бутылки, у меня же есть еще целый огромный шкаф вот здесь. Давай их сюда переложим, для того, чтобы удобнее это все было. Раз, два, пять. Запомни, 5 бутылок с соком. Ах, еще денежка упала. Отлично, 5 бутылок и 10 яблок. То есть смотри, у нас 5 яблок здесь, 5 яблок тут. Куда ты улетел-то? Нормально все. И валяющаяся на полу денежка, она тут не должна валяться. Будем экономить, будем за деньгами смотреть. Хорошо, перематываю. Ай, нельзя. Подожди, я уже, видишь, нервничаю, я уже спешу. Так, уйди. Все, спасибо. Все, что нужно у меня есть. Готовьтесь перенимать меня в новой тюряге. Понял? Понял ты, в шапочке? Ха. Так, перематываем на ночь. Открываем шкаф. Я уже готов. Я готов, ты готов? Мы оба с тобой готовы. Погнали. Быстро делаем 5 соков. Перематываем на день. И получаем молоток. Наверное, такой же дадут молоток, как и в первой тюряге, чтобы сломать стену и сбежать отсюда. Серьезно? Я не был уверен, что мы за одну серию с тобой справимся получить столько лайков. Получить 3, получается, уровня сверху. И плюс ко всему еще и закончить эту тюрягу прямо здесь. Это будет великолепно. Просто великолепно. Так, пока там бутылка наливается, будем аккуратненько раскладывать яблочки. Раз. Два. Бутылочка. Так, третья бутылочка не хватило. Не наливалась. Криво держал, не наливалась. Ничего страшного. Охранников даже еще пока нет. Тихо, не падай. Еще пока нету. Смотри. Раз, два. Тын-тын. Раз, два. Тын-тын. И последняя. Тынь. Отлично. Превосходно. Осталось их быстренько вот так намешать. Мы их считаем с тобой миксер. Трынь-трынь-трынь-трынь-трынь. Так, один сок есть. Быстрее второй. Раз, два. Здесь еще 2 бутылки. Давай, 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 быстрее, давай, давай, давай делать. Отлично, отлично, последний, осталось последний. Я успею, скорее всего, даже до того момента, как вот этот охранник для меня... Смотри, смотри, что делаю, смотри, что делаю. Это выход на свободу. Глазами покосился, смотри. С бородки, пойдешь на превьюшку? Иди сюда, ладно уж, так уж и быть. Последний раз с тобой здесь видимся, поэтому возьму его на превьюшку, смотри. Где он там? Дурачок, идешь? Дурачок, иди сюда. И сюда. Ой, ой, как хорошо. Ой, как... посмотри сюда. Ой, какой хороший. О, красавчик, пойдешь на превьюшку, ладно. Он, это у нас с ним негласный договор, поэтому он пойдет на превьюшку хорошо. Так, вода, выключайся. Хватит шуметь здесь. Перематываем на день. Та-дам. Ну да, на самом деле ничего страшного, в длинной серии нет, потому что я перед этим пропустил, так сказать, серию. И сейчас тебе вот восполняю с излишками. Ты представляешь, смотри, сколько мы всего с тобой смогли за эту серию сделать. Здорово, здорово, я свободен. Привет, я отсюда ухожу. Привет и пока, увидимся в следующей тюрьме, я так понимаю. Так, раз, два, три, четыре. Последняя, пятая бутылка с соком. Ты посмотри мне, ты посмотри, какая она красивая. Плакатику, ну и довольный, смотри. Видишь, довольный. Вот, это свобода. Готово. Получаем 38 лайков. Ой, что это произошло? Тебе удалось добраться до самой верхушки. Приятно, правда? И я не успел прочитать. Как обычно. Не понял. Нет, серьезно, это еще не все. Так, золотой Томми же мне ждали. Вот он. Вот он. Золотой, что с тобой делать-то? Можно тебя использовать? Давай его используем. Он не использует, смотри, я вроде как его использую, а он не использует. Зачем мне золотой Томми-то? Ё-моё!
Я думал, все, я думал, это выход на свободу. Смотри, я тебя другаля подогнал. Двигайся. Двигайся, второй туз. Ой, извини. Извини, случайно. Извини. Видишь, недовольный теперь на меня смотрит. Второго другана тебе подогнал. Смотри, один довольный, второй уже недовольный, потому что я его уронил случайно. Ну вот, пообщайтесь. Пообщайтесь, посольство, пообщайтесь. Я думал, это выход на свободу. Кстати, зачем нужен тогда золотой Тимми, Тоби? Напиши в комментариях, потому что... Потому что, ну как бы, ладно. Ох, ладно, дай знать в комментариях, что это такое, что мы сейчас заработали с тобой в этой серии, вот это вот милоша золотого. Тогда выход будем с тобой делать уже, ну, в следующей серии. А ты пока комментируй, ставь лайки и подписывайся. Увидимся в следующей части.